Друзья, всем привет! У нас прошел хороший дождь, ливень даже, хоть и с ветром, но все равно освежил весь сад. Растения вздохнули после изнуряющей жары. Это просто праздник. На глазах ожили все цветочки. За ночь просто розы даже распустились. Вот вчера еще не было цветения, а сегодня утром вышла в сад, розочки зацвели. Это английская роза Тизин Джорджия. Сразу говорю название, потому что всегда возникают вопросы, как называется та или иная розочка. После такого обильного хорошего дождя, какие необходимо провести работы? Это в первую очередь обработать. Днем еще обещают дождь, и вот если дождя не будет, к вечеру можно уже обработать все розочки. Если будет дождь, то на завтра перенести обработку, но обработать обязательно после дождя необходимо. Я буду делать баковую смесь, сразу буду обрабатывать от болезней, вредителей, добавлю туда обязательно удобрение и обработаю все розы. Обработку сада я провожу после захода солнца, ближе к сумеркам, поэтому у меня есть еще время, еще солнышко не село. Я подготовила золу и сейчас пройду все свои клематисы и розы, опудрю основание золой. Это как защита от болезней и вредителей, и как подкормка. Очень люблю использовать золу. Я достаю свою заветную коробочку. Здесь у меня небольшой набор, скорая помощь, так сказать, аптечка. Ну и в первую очередь я возьму от болезней, буду использовать в этот раз топаз, фунгицид, так как я буду делать баковую смесь. Возьму вот такой инсектицид, называется Image. Использовать я его буду впервые. Со мной поделились. Здесь немножко осталось в этом флаконе. Вот поэтому разведу по инструкции, как мне сказали, и обработаю. Пока ничего о нем говорить не буду, потому что обрабатывать буду им впервые. Но он действует хорошо на клопа-черепашку, уже она появилась в саду, на тлю, на трипсы, на цикадку. В общем, широкого спектра действия инсектицид системный. Ну и, конечно же, сразу добавлю сюда обязательно Плантофол 10-54-10. Удобрение, которое благоприятно действует на цветение, так как розы уже в стадии бутонизации, некоторые даже зацветают, то обязательно добавляю плантофол. Вот такая баковая смесь у меня будет. И сейчас я все это разведу и обработаю розы. На сегодня у меня все. Благодарю, друзья, что вы со мной. До новых встреч. До свидания.